Певица Наталья Сенчукова рассказала о том, почему предпочитала раньше не показывать своего сына от Виктора Рыбина в Инстаграме. По словам Сенчуковой, внимание молодой человек стесняется. Наташа Королева показала своего красавчика сына в Инстаграме, это меня и спровоцировало, цитирует Сенчукову, в 20-летие наследника показавшую его портрет. Издание Дни.ру. Сенчукова признается, что не ожидала ажиотажа, который вызвал в соцсети снимок ее эффектного сына. Ему стали писать, какой он лапочка, кто-то начал сватать за него своих дочерей, отметила артистка. Ранее Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о борьбе с раком.